Всех приветствую, нас на канале. Разогреваем масло на сковороде. Оно не должно быть очень горячим, чтобы у нас не начал лук гореть. Как вы видите, я взяла два лука, один белый, один сиреневый, но в принципе это не обязательно. Хотите, возьмите только сиреневый, хотите, возьмите только белый, абсолютно не имеет никакого значения. Вкус будет все равно очень вкусный. Обжарим немножечко, чтобы лук размягчить. Добавляем тертую морковь. И обжарим их вместе до того момента, пока лук не приготовится. Это возьмет тоже пару минут. Возьмем вареное мясо, абсолютно любое. Я буду резать вот так пластинками, если вы хотите, режьте кубиками. На вкус это, конечно же, не влияет. Знаете что, я сделаю полосочки. Вот так, чтобы было потоньше. Прелесть данного салата в том, что мясо вы можете отварить заранее. Таким образом, вы экономите время в день приготовления. Морковь с луком добавляем к мясу. Желательно, чтобы оно немножечко остыло. Потому как, когда мы будем заправлять, чтобы майонез не расслоился у вас. Теперь добавляем фасоль. У меня она консервированная. Вы можете взять любую другую и сварить. Сюда же добавляем чеснок. Хотите, можете порубить. Я пропущу через пресс. Следует салат посолить. И теперь заправляем его. Я заправляю майонезом. Но если вы предпочитаете что-то другое, то берите, допустим, там йогурт не сладкий. Хотите, возьмите сметану. В общем, как вам больше нравится и как вы привыкли. Все хорошо перемешиваем. Желательно дать салату настояться, но в принципе не обязательно. По желанию можно добавить зелень. Я добавлю, мне кажется, что так вкусней. И снова перемешаю. Все, и салат готов. Спасибо, что готовили вместе со мной, смотрели это видео. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайк. Приятного аппетита!